Здравствуйте, с вами Людмила. Кто любит бисер, как я, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых работ. В этом ролике я покажу, как я делаю вот такие браслеты. Это у меня 3 браслета. Вот такие объемные. Очень интересное плетение, несложное. Я покажу на белом бисере и на цветном, чтобы было понятно. Если хотите широкий вот такой браслет, широкий, ну, может, на одного цвета, не обязательно цветной, то здесь у меня тут магнитики, я в каждом браслете вот такой магнитик поставила. Это 3 браслета у меня отдельных. Но можно взять вот такую застежку тройную и пришить вот сюда тройную. И тогда будет просто широкий браслет. Я сплела 2 варианта. Вот этот вариант я сделала из нитки. Если у кого-то нету лески, можно с нитки тоже плести. Просто более ровный получается. Да? Вот такой. Но тоже можно сплести из нитки. Тогда берите нитку тоненькую, чтобы не прошивать. А вообще-то вот так на леске лучше делать. Конечно, леска это лучше. Рисунок получается. Это я сделала на леске. Леска 0,18. Понадобится 2 размера бисера. 8 и 10. Я взяла белый. Хотя можно и цветные взять. Но я вам покажу на белом. Очень хорошо смотрится 8. Вот 8 у меня. Но вот в таком металлическом цвете бисеринки тоже хорошо смотрится. Тоже надо взять 8 и 10. Или просто другого цвета. И я взяла беконосы 4 мм. Можно бусинки взять, рундели. Ну, что у вас есть, можно взять. Не обязательно беконосы. 4 мм. На мою руку я взяла 2-4 беконоса. У кого рука поменьше, то, конечно, беконосов нужно меньше. Я взяла 4 8. Основа у нас будет с 8. Оставляю конечек, потом я его спрячу. И прохожу через 2 бисеринки. Беру снова 2. Прохожу опять через 2. Это только начало. Мне надо укрепить. Потом пойдет рисунок, будет по-другому немножечко. Это просто я укрепляю. Вот так, столбиком. 2 столбика. И теперь сделаю петельку. Чтобы она сильно не выделялась, петелька, я четное количество возьму бисера. Потому что тут такое аккуратненькое, чтобы круглое не было. Берем 10, номер 10. Лучше в браслете сделать, конечно, петельку. Не пришивать замок сразу. Если замочек сломается или что-то не так, вы всегда сможете колечко поменять. Поэтому я делаю петельку. И прохожу через все бисеринки. Вот петелька. И обратно просто закрепляю, пройдусь по кругу через все бисеринки.
Просто я прошлась по кругу, чтобы закрепить. Петелька и уже рисунок с восьмерки. Узелки я не делаю, чтобы не разделить бусинки. Бисеринки номер 8. Теперь будем работать только с восьмеркой. 8. Я взяла 2 бисеринки. Прохожу. Вот это уже начинается рисунок. Одну вниз. Леска у меня выходит вот с этой бисеринки. Прохожу одну вниз. И 2 вверх. И 2 вверх. Это уже идет плетение. Снова беру 2. Одну вниз. Вот пальчиками придерживаю, чтобы они не убежали. И 2 вверх. И вот так плетем нужную длину. Померьте вокруг руки. Снова 2 восьмерки. Восьмеркой мы работаем. 8. Одну вниз. Придерживаем бисеринки. И 2 вверх. Если будете делать с нитки и увидите, что у вас просвет между бусинками, значит, вы прошили нитку. Надо разобрать. Бывает такое. Особенно если когда с десяткой другое украшение делаю. Бывает, что просвет появляется между бисеринками. Сразу исправляйте. Это значит, прошили нитку, если бисеринки не встали ровно. С леской такого не бывает. А вот с ниткой бывает. 2. Одну вниз. Придерживаю пальчиками. Это чтобы быстрее было бы. И 2 вверх. Сейчас я немножко проплету. Плетем нужную длину. Вот так получается. Так, фунтик ко мне пришел. Устроился тут. Буду выгонять. О, кусить хочет. Ай-яй-яй. Все. Все. Не хочет он со мной дружить. Он наморщил брови. Все, выгоняю его. Так, унесла я фунтика. Сегодня никак договориться не можем. Я взяла... Так, вы плетете столько, сколько вам нужно. Но я целое плести уже не буду. И считаем. Должно делиться на 3. Вот прям берем и считаем. 3. 3. 3. Вот так считаем. Должно разделиться на 3. Это важно. И вот так до конца считаем, чтобы все было по 3. Потом набираем снова 6 бисеринок. 6. Десятки. Номер 10. И делаем петельку. Как и в начале, проходим через несколько бисеринок. Вот так накладываем слева направо. И где легла леска, вот у меня леска прошла, идем вверх. Это чтобы рисунок не испортить.
проходимся по кругу, укрепляем петельку. И выходим в третью бисеринку, восьмерку. Вот третья. Я закрыла десятку петельку. Надо выйти в третью бисеринку, восьмерку. И вытягиваем. Раз, два, три. Вышла в третий леской. Вот. Восьмерка нам больше не нужна, нам нужна десятка. Номер 10 бисер. Но чтобы, видите, вот у меня тут идет белый, десятка. Десятка идет сверху. Но чтобы было бы понятно, я возьму цветной. А вообще-то нужно белый. Это просто, чтобы было бы видно. Можно так держать и идти вверх. Можно вот так и тоже идти вниз. Берите так, как вам удобно. Или крутите. Тут ничего нельзя испортить. Так что можно все крутить. Вот я вышла из третьей восьмерки. Вот набрала вот такой набор. И прохожу снова через три бисеринки, восьмерки. Снова через три. И подтягиваю. Следим за леской, она прозрачная, чтобы никуда она не закрутилась. Вот у нас так получается. Теперь через три бисеринки идем вниз. Или вверх, смотря какой браслет будете держать. Три бисеринки. Фунтик просится. Не пущу. Кусается. Потому что ему надо все место. Так, вышла я. Беру бисеринку. 10. И прохожу через биконус. Только через биконус. И вставлю вот на браслет. И снова беру десятку. Ну, это десятка. И снова прохожу через три бисеринки вниз. Три бисеринки, восьмерки. И вытягиваю. И подтягиваю. Вот такой рисунок получился у меня. Теперь опять иду на эту сторону и прохожу 6 бисеринок. 3, которые уже работала. 3. И еще 3. 6 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бисеринок прошло. О, слышите, как просится? Не пущу. Не хочет со мной дружить, пусть за дверью. Так, снова берем десятку, бусинку и десятку. Это будет повторяться. Проходим к леске. Три бисеринки. Три. Буду медленно показывать, чтобы было бы видно. Прошли. Вот сбоку как бы встала. Теперь три обратно. Как, чтобы не запутаться. Видите, у нас тут бисер. Раз, два, три. Или вот так можно приложить. Бусинка. Вот бусинка. И вот так приложили иголку. Сразу видно, где три. И проходим снова три. Только восьмерку проходим. Десятку не трогаем.
и затягиваем. Теперь я ставим на середину. Так, берем бисеринку, проходим через биконус, только биконус, подтягиваем. Вот, поставили на браслет, берем бисеринку, и снова проходим через 3 бисеринки вверх. 3. А теперь уже подтягиваем. Очень легкое плетение. Так, видите, у нас уже 2 встало. Теперь нам нужно пройти вот здесь между бисеринками. Чтобы было бы удобнее, я вот так пальчиком нагибаю. Они как раз раздвигаются, эти 2 бисеринки. И я леску между ними вывела на правую сторону. Между ними. И вот там, где я вывела, надо пройти 6 вперед бисеринок. 3, 4, 5, 6. Снова 6. Вытягиваем. Хорошо подтягиваем. Главное, следим, чтобы леска нигде не закрутилась вокруг браслета. Если удобно вам в таком положении идти, вот так идти. Можно и так идти. Смотрите, как вам удобно. Разницы никакой. Опять берем бисеринку, биконус, бисеринка и проходим 3 к леске. Проходим 3 бисеринки к леске. Я вам показываю, развернула. Кому-то так удобно будет. Как быстрее, так и удобно. Вот 3 прошла. Теперь иду 3 обратно. Вот у нас бусинка. Мы видим, не запутаемся. Нам надо до бисеринки дойти, десятки. 3 обратно. Разницы никакой, в какую сторону мы идем. Рисунок повторяется. Берем бисеринку. Проходим через биконус. Берем бисеринку. И проходим через 3 вверх. И подтягиваем. Хорошо подтягиваем. Все, подтянули. Нагибаю немножко. Видите, как они разъехались? И я между ними положила и иду дальше. 3, 3 и 3. 6 бисеринок. Прохожу дальше. Теперь я вам покажу с белым бисером. Делаем то же самое с белым бисером. А как хочет прийти, не пущу. Обидел он меня. Берем белую. Берем бусинку. Берем снова белую. Напоминаю, это десятка. Восьмерку мы только основание делали. Вот, видите, белая. Видите, я кручу в разные стороны. Ничего, рисунок нельзя испортить. Опять к леске просто выхожу. 3 бисеринки восьмерки прошла. Смотрите, вот бисеринки. Или вот так иголкой приложите. Вот бисеринка десятку, так иголкой, чтобы знать, откуда 3 бисеринки пройти. 3 вверх. Ой, вниз теперь они идут. Неважно. Как удобно, так и держите. Главное, чтобы удобно было бы. 3. Берем бисеринку.
десятку. Десятку напоминаю, что я работаю еще только с десяткой. Номер 10. Проходим через биконус. Пальчиками придерживаем. Берем бисеринку. И проходим через 3 вверх. Или вниз. И подтягиваем. Вот встали они мне. Хорошо подтянули, поправили. Пальчиком вот так разогнули. Вот они разъехались у меня. И леску опять вправо. И где леска, начинаем считать 6 бисеринок. 3, 4, 5, 6. Вот так нагибаю. Видите, я пальчиком нагибаю, чтобы иголка вышла. 6 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это все повторяется. Берем бисеринку. Биконус. Бисеринка. Идем 3 бисеринки до лески. Вот леска выходит, 3 бисеринки прошли. 3 бисеринки прошли вверх, 3 бисеринки вниз. 3. Берем бисеринку через биконус. Берем бисеринку через бисер. 3. И затягиваем. Все поправляем, подтянули, согнули. Вот видите, как видно, наверняка видно. Согнули и вот так между ними леску раз. И опять пошли вперед. 3, 4, 5, 6. 6 бисеринок. Берем десятку одну, биконус или бусинку, или рондель, что есть, то и берем. Три бисеринки к леске. Три. Три бисеринки обратно. Вот так. Вот смотрите, где леска у вас. Вот леска. Раз. Приложили. Вы уже видите. Не запутаетесь, как обратно идти. Вот. Три. Вот так нагибайте, чтобы удобнее выходила бы игла. Прошли. Берем бисеринку через биконус. Следим за леской. Она прозрачная. Но мне с леской больше нравятся эти браслеты. Хотя с ниткой тоже лежит хорошо. Берем бисеринку. Леска хороша еще тем, что если не подобрать нитку, то леска везде подойдет. Опять вот так раз. И 3 обратно идем. Нагибаю, чтобы вышло. Затягиваю. Вот весь рисунок. Опять нагнула. Вот видите, я нагнула. Леску вправо. И она как раз выходит, леска, где надо идти вперед.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть бисеринок. И снова берем бисеринку, биконус. Бисеринку. Очень легкое плетение. Объемный такой браслет получается, красивый. Цвета можно брать разные. Я просто такой даже зимой летний вариант показала. Хотя и зимой подойду какую-нибудь, какая у вас есть нарядная, можно также одевать. Все зависит от цвета. Опять приложила. Я вижу бисеринку. Иду 3 бисеринки. Беру бисеринку. Черное с золотом красивое делаю. Красное с черным. Да тут можно разные варианты подобрать. Бисеринка. Янтарные делала. Главное, чтобы была восьмерка и десятка одного цвета. Хотя, смотрю, вот сейчас цветную делаю. Тоже неплохо выглядит. Ни разу цветную так и не делала. И вот так и доходим до конца. Поэтому должно делиться на 3. Опять я нагибаю. Нагнула. Леску перевела. И вперед, и до самого конца пришиваем вот так биконусы. Опять 6 вперед. Очень легкое плетение. Просто надо уловить этот момент. И все получится. Я тут узлы не делаю. Хотя, когда уже биконусы это пришили, можно делать сделать узлы. Сделали узелок и запутали леску. Прошлись вверх, вниз. Только смотрите, не нарушайте рисунок. Вот я прошла сюда. Вот так положила на другую сторону. Я вижу, куда легла леска. И туда и иду. И вот так буду прятать, чтобы не испортить рисунок. И вот несколько раз вперед-назад сделали и обрезали. Можете делать узелки, но если вот сделали вот такие квадратики, вот опять приложила, вот, чтобы знать, где она. И опять прошла вперед. Чем больше прошли, тем браслету только лучше. Он ровненько держит. Вот, видите, куда я вышла. И обрезаю леску. Обрезаю. Я даже не поджигаю ее здесь. Если вы несколько вот таких квадратов сделали, она никуда не денется. И осталось только одеть замочек. Вот у меня замочек. И просто за колечко. Зацепила колечко и закрыла. С одной стороны, вот видите, все легко, просто. Такой браслетик получается и с другой стороны. До свидания. Надеюсь, вам понравилось.